во имя их благосостояния и счастья. Мечта, в которую он поверил. В основе мечты МакКоннелла лежала вера в то, что женщины могут руководить, добиваться, преуспевать. Вера, которая стала реальностью. В течение столетия, когда женщины становились успешными, Эйвон давал каждой из них возможности для самореализации. За десятилетия Эйвон объединил миллионы женщин в глобальное сообщество. Всегда верная себе и тем не менее непрерывно изменяющаяся, компания Эйвон остается лидером, который может удовлетворить потребности каждого нового поколения. Сегодня Эйвон неизменно признают одним из лучших мировых брендов. В начале 21 века, когда все больше и больше женщин занимают свое заслуженное место в истории, вера компании Эйвон в женщин сильнее, чем когда-либо. Потому что Эйвон по-прежнему верит в вас.